В преддверии нового учебного года председатель Совета депутатов Химок совершил инспекционные поездки по школам округа. Цель – выяснить потребности школ, что необходимо сделать в кратчайшие сроки. На этот раз пункт проверки – лицей номер 12. У входа в здание ждут родители. Общаясь с ними, Александр Дринов призвал активно идти на контакт с администрацией, задавать вопросы и вместе их решать. Есть вопросы, которые мы можем решить сами. Это не такие, наверное, большие затраты. Вот по опыту уже предыдущих школ, мы были в разных школах, я обратил внимание, что, скажем, вот родители многих волнуют такие вещи, как оснащение кабинетов, раньше называли их кабинеты труда, теперь называют кабинет технологии. Александр Дринов в сопровождении директора школы, представителей территориального управления и родителей осмотрел спортивные площадки, прошел по зданию, зайдя в учебные классы, кабинет труда и спортзал. Состояние последнего вызвало вопросы. Старые окна требуют замены, а потолок и крыша капитального ремонта. Представители администрации отметили, средства на эти работы будут заложены в бюджет на следующий год.